прекрасно. Я вот ночью вызываю цельную сучью. Руслан никого не предает. Если ты будешь работать, если ты самый надежный друг, я даже камеру скажу, ребята, самый надежный, самый. Руслан Гительман, персонаж, родившийся в 93 году в Республике Хакасия, городе Черногорске. Свою медийную YouTube деятельность он начал с демонстрации собственной жизни, и по большей части это была жизнь российской глубинки, где люди совершенно искренне могли радоваться мелочам. Ой, я уже затошнила. Ой, не знаю. Ведро, наверное, поставлю брывать. А, блин, потому что после. Бля, вот это я видео смотрел, не помню, что они там хлещут, но это какой-то пиздец, и я смотрел это видео. Гулянки у нас осталось. А, это они после гулянки, то, что осталось в бокалах, они собрали, по-моему, и пили. Балдеть, сколько. Столько в одной бутылке, столько во второй, столько в третьей, и капельки в четвертой. Я вот стоял подопивать, не могу, меня тошнит. Какой балдеж.